человек из Brighton Packaging Machinery. И я хотел сказать, что станок мы настроили, он отлично работает на максимальной скорости. Иногда, конечно, мы используем некоторые подручные инструменты, когда пробирка застревает. Но, собственно, все узлы получилось настроить, и в зависимости от качества самих пробирок, собственно, результат практически 99% или, ну, где-то порядка 1-2% брака, но это брак, ну и, собственно, это брак пробирок. Что хотел сказать, что настройка действительно очень простая. А вот что мы сделали сами, хотел вам показать. Буквально совсем секунду. Но здесь иногда застревает пробирка от упаковки. А вот здесь мы добавили... Вот сюда. Вот здесь мы добавили пружинку, потому что пробирка заскакивает кверх ногами. Так, там, на другом вибраторе, я день потратил на то, чтобы понять, почему крышка все время попадает сюда, кверх ногами. И опять же нам помогла обычная скрепка. Вот, и вот здесь крышка переворачивалась. Вот так вот постоянно. Но вот с помощью простейшей скрепки мы починили вибратор. И теперь крышка не переворачивается. А если она переворачивается, она вылетает обратно. В общем, хотел бы, чтобы это заметил инженер, который делает вибраторы. Ну и, конечно, у нас было много проблем с настройкой вот этого узла. Но сейчас узел настроен. В принципе, все работает замечательно. В общем, спасибо за этот станок. Мы с ним справились. Он действительно очень простой в эксплуатации и в обслуживании, тоже считаю. Я думаю, у вас указана максимальная скорость 35 Гц, но мне кажется, он может и работать быстрее, в зависимости от вашей прошивки. Удачи! Большое спасибо нашим китайским партнерам, вам!